Матрос, основная задача перед командованием выполнена? Выполнена. Аэропорт наш полностью. На 100%? Да, на 100%. Смотрю в лица пленных. Обидно, что эти обычные русские люди, блядь, с оружием в руках, воюют против нас, блядь. Я не понимаю, как можно так засрать мозги, блядь, да, что можно пойти, брат, ну, по сути дела, брат на брата, блядь. И они так тут, блядь, усираются, воюют. Еще раз говорю, уходите, суки, с нашей земли. Наша земля Новороссия, она наша, блядь. Уходите, блядь. Добро поздорово, блядь. Ну, это все, по сути, начало. Начало борьбы. Да, да. Я думал, это конец, а это только начало, блядь. Нужно от нечисти, да, и долбоебизма освободить бывшую Украину, бывшую страну Украину. Не будет ее больше, будет Новороссия. Само слово Украина, оно уже некрасиво получается, окраина чего-то. А мы Новороссия, новая Россия, блядь. И где будет место для всех, для украинцев, для русских, для белорусов, для людей любой национальности, блядь. Где не будет национализма, блин, облеченного в какой-то ебанутый патриотизм, блядь. Правильно? Ну дай бог. Так и будет. Золотые слова.